Всем привет! Ну что, у меня есть вот такие осветленные пряди. Я хочу к осени сделать себе яркий цвет розовый, немножко поднять настроение. Я узнала, что цветные шампуни и кондиционеры Sleep Luxury очень круто с этим справляются. И даже очень просто. Так что сегодня буду проверять, насколько это действительно работает, и делиться с вами. Так, я нанесла шампунь. Сейчас пойду его смывать. Очень вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет. Только смешала себе цвет такой. Сказали, что с руками потом ничего не будет. Что они даже не окрасятся. Проверим. Еще мне сказали, что можно нанести полностью на все волосы. Потому что у меня здесь пряди. Здесь полностью окрашены. Здесь только кончики. И окрасятся только там, где было светлое. За все остальные волосы можно не переживать. Вот. Еще я тут лоб окрасила, надеюсь, тоже все смоется. Но пахнет просто потрясно. Сейчас еще вам покажу саму текстуру. Я вот так открыла его, и он такой блестященький, такой с какими-то серебринками. Ой, это классно вообще. Хочется показать его. Он прям вот такой, офигеть, такой крутой. Вообще, смотрите, прям такие перламутровые штуки. Штучки там переливаются. Самое классное, что здесь нету никаких вредных штук, ни перекиси, ни аммиака. В общем, мои выбеленные, несчастные и так пережженные пряди не должны повредиться. Ну что, я смыла шампунь, и я уже вижу, что мои волосы стали розовые. Обалдеть! У меня остались чистые руки, и лоб вообще все отмылось. Вот такие два цвета я смешивала, потому что мне захотелось и не такой, не такой, что-то между ними. Ну, я просто помыла голову. Это очень круто. Сейчас нанесу еще кондиционер с такими же цветами. Почему-то мне кажется, что так будет посильнее, поярче. И хочу быстрее высушить уже, посмотреть свой результат. Так, второй шаг. Я нанесла кондиционер. И кондиционер нужно подержать 10 минут. Я уже помыла от него руки. Вообще руки все чистые. Вообще супер. Я пока ждала, я уже почитала на сайте, значит. Тут точно ничего нет вредного, потому что можно детям и беременным. Это однозначно вызывает доверие. И он вообще ничем не пахнет. Ну вот когда краска там какой-то такой вот пахнет аммиаком. Он вообще не пахнет. Он так... вкусно пахнет, я не знаю, что они туда добавили, но кондиционеры просто невероятно пахнут. Вот прям лето, сочное, ягоды, фрукты, что-то такое прям потрясающее. Я очень рада, что я еще взяла и кондиционеры, что я их попробую, но цвет... это просто что-то с чем-то. Блин, если бы у меня такое было в детстве, я бы, наверное... вообще бы всегда бы ходила с такими волосами. Так, ну что, я все смыла? Вообще, у меня розовые волосы. Круто, это офигенно. Очень клево, я сейчас хочу быстрее посушить и посмотреть уже, что вышло. Ну что же, Оля, мои розовые волосы готовы. Я так боялась, так давно думала об этом. Очень круто, вообще мне безумно нравится, у меня такие были высветленные пряди, и вот насколько видно, вообще они не стали ни капельку хуже, прям даже блестят так, очень классно, я безумно довольна, окрасились только те, вот у меня здесь кончики только были, окрасились только светлые волосы, я, наверное, перепробую всю палитру, там еще есть синий, фиолетовый, там столько цветов. Я вам всем советую, не бойтесь, делайте себя лучше, ярче и поднимайте себе настроение. Так, по порядку, что я сделала? Сначала я просто помыла голову шампунем цветным, просто помыла голову вообще, вот просто вот помыла вот эти пряди и все. Дальше я нанесла вот этот кондиционер, это все одной фирмы, Sleep Luxury, и просто подержала 10 минут, и смотрите, как круто! Я вообще в восторге, такой цвет. Очень всем советую, ребята, пришла зима, украшайте себя, не грустите и делайте свое настроение вместе вот с этими ребятами.
Ну все, я готова покорять мир со своими новыми волосами.